Короче, пару недель назад я прикрепил листок с именем своей девушки. И раз в день стал клеить на него сердечки. Без каких-либо причин, просто так. Это ее волновало, потому что она не могла понять, зачем я это делаю и вообще, что это значит. Но сегодня первый день, когда я уберу сердечко. Опять же, без каких-либо причин. Посмотрим, заметит ли она и как вообще отреагирует. Йогурта не было, я пить не пила. Ну ладно. Ром, иди сюда. Что такое? Сейчас. Что случилось? Убрала одно сердечко? Возможно. Да потому что я йогурт не купила. Да не, не, кефир тоже норм. А чего я не так сделала? Ничего, ничего, все хорошо. Ты серьезно? Просто хорошо. Блять, это гениальный план, как сломать женщину. Используйте, парни. Интересно, что у вас получится? Пишите потом в комментариях.